сзади! Сзади, мама! Всем привет, братишки мои, сестренки мои и все остальные на видео заходящие. С тобой, как всегда, я отец Шиморо. И добро пожаловать в Call of Duty Варзанютю. Значит, это я, как говорится, решил поиграть первый раз в Call of Duty Варзанютю на мини-королевской битве. Не знаю, что это такое, что за залупа, как говорится, но скорее, куда полетел нахуй? А, на цель туда? Ну давай, ладно, поехали туда. Поехали, братан, меняй положение, третий. Третий прием, мы из зоны, у нас хуй какой-то опытный, титикака. Значит, по многочисленным просьбам. Первый раз сейчас буду ебенить. Комплектов нет, ничего нет, как говорится. Что найдем, то найдем. Что найдем, как говорится. Но наша с тобой вдвоем, братишка мой. Работаем. Пушку бы какую-нибудь рабочую еще бы выдали. Че вообще по луту здесь не знаю, как бы сейчас будем осваиваться с тобой. Мы с тобой обычно ДМЗ снимаем, потому что королевский нас не интересует особо. Но по многочисленным, как говорится, просьбам исполняю желания. Я Шиморо исполнитель желаний, можешь меня называть так. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Нихуя отмечаю здесь нет. Группу целей. Ликвидируйте их всех. Слушай, плашек брони много лежит, я смотрю. Там на крыше что-то, наверное, гудит. Там на крыше что-то гудит. Что-то пердит, что-то... Да, на крыше, скорее всего. Союзник ранен, заебись. Нашего пацана припиздюлили нахуй. Молодец, молодой. Молодец, молодой. Пиздюлей получил он. Он красивый и такой. Ваш напарник попал в ГУЛАГ. Ему придется бороться за свое освобождение. Вот так вот, блядь. Газ приближается. Ой, блядь, ГУЛАГ же здесь еще, ёб твою мать. Здесь же у тебя есть второй шанс, ребята, еще. Мы забываем об этом. Точнее, я забываю. Ладно, нихуя нету, короче. Я не знаю, какие пушки использовать. Что-нибудь надо бы многозарядное. Чувака мы спасти нашего не можем резнуть. То есть бежать туда смысла нет. Но разъебать можем кого-то. Лучше действовать, конечно, сообща, когда ты играешь с рандомами. Вот, ну можно и в соло, конечно. Но игра очень динамичная, как бы. Надо комплект какой-то хороший, сборку. Я же, видишь, не играю, сборки не делаю никакие. Ну, то есть у меня сборки там ДМЗшные чисто. Таких сборочек у меня нет. Поэтому у меня есть цель, короче, челик, который движется сейчас куда-то. Блять, ну вот 60 патров, интересно, что у нее по пробиваемости у этой пушки. Чела я не вижу. Хорош. Давай, братан, приземляйся к нам. Здесь где-то хуйцы, ага, понял. Членов сосцы. Мы уже втроем. Кто-то едет на баге, по-моему. Дом заняли. Этот дом заняли. Однозначно. Перебежка идет. Я видел тень наш. Хорошо. Основная задача выполнена. Все цели уничтожены. Он один был? Этот боец-сосед был один? Чё? Как долго я убивал его? Здесь еще хуй. Ваш напарник в ГУЛАГе. Если он выживет, то вернется в бой. Этот быстро умер. Снайпера. Снайпера? Где у тебя винтовка? А, он с этой хуйни стрелял, прикинь. Пу-пу-пу, по челику, по-нашему. Пиздануться, блядь. В секторе работает БПЛА противника. Не знаю. Не уверен вообще, как бы, как здесь что стреляет, блядь. Какие здесь стандартные пушки. Ваш напарник возвращается. Что лучше брать вообще? Ждите. Поэтому я новичок. Я новичок Warzone 2 королевской битвы. Нихуя непонятно, но очень интересно. Сейчас пойдем выкупать чела. А не, перуна уже выкупили, да, получается? Вижу противника. Опа, нихуя я не видел.
Ты его сверху заметил, брат? Титикака. А, Титикака улетел с ГУЛАГа. Просветочка. Есть. Нихуя они на вылете! А как они на вылете это сделали? Он просто с прыжка это сделал. Видимо, ППшка охуенная. Давай посмотрим, как ГУЛАГ выглядит. А похуй, сейчас вернемся. А, Титикаку тоже отпиздили. У меня Балклай де Толли, блядь. Где чел? Все так стреляет, блядь, медленно. Какой-то такая ебучий просто. Ужасно, это отвратительно. Так, ну здесь нам давали пизды, да, везде, как бы. Что у нас по зоне будет? Схождение какое? Выйдем на территорию? Я думаю, выйдем. Вот эти домики сейчас пролутаем. И будем получать удовольствие. Нихуя себе, говна кусок у меня. Я один? Я здесь не один. Здесь еще могут быть челы, на самом деле. Так, перуна мне... Пизда перуну, получается, да? Этот возьму, противогаз. Слечу от зоны, поиграем. Че там было? Как будто дрон пролетел. Нихуя мы не теряем, у меня ничего нет, чтобы терять. Оп. Ой, сука. Не подтянулся. Одни пулеметы. Это пиздец. Я остался один, мне нужно бабок сейчас. Чтобы резнуть моего челика. 4000 долларов возвращения. Так, давай посмотрим. Берите трофеи, если кому надо. Резнем нашего чувака. Блять, хуй знает, ощущения у меня странные. Ну, КБшка, КБшка, блять. Ну, стреляю. ТТК какой-то, знаешь, странный очень. Вот эти вот, блять. Пиу-пи-пи-пи-пиу, пи-пи-пиу, тра-та-та, тра-та-та. Как-то это все очень долго. Вот у нас комплект будет сейчас с призраком. Сейчас мы резним нашего мальчишку. Шалудивого сынишку. Который пиздюльну получил. И будем работать с тобой в направлении победы. Бля, успею я, не? Здесь кого-то разъебали уже. Успел. Возьму Акусю. Так, убрать из рук можно все, не? Ладно, побежим, блядь. Мой братишка живой, блядь. О. Противогаз у меня хороший. Сейчас до зоны мы доберемся с тобой. Нормально. Перун резнулся, все отлично. То есть член отряда у нас... Я бы мог двоих резнуть, на самом деле. Бабки у меня были. Я не знаю, что челик вышел. Там челик какой-то странный. У меня акуля из-за лупа. Хуй его знает. Ощущение... Надо оружие какое-то нормальное. И комплект сейчас подаю. А, вон комплект. И все, понял. Перун сразу на комплект полетел. Сейчас мы тоже попробуем с тобой сократить дистанцию. Чисто до комплекта добраться. И забрать комплект. Там у меня инвиз есть. С говнопушкой какой-то, я не знаю. Какие-то у меня стандартные там комплекты, которые я вообще, в принципе, не собирал. Вот, поэтому попробуем отыграть так. Можно было бы, конечно, снайпу взять на один слот. Если у меня там призрак облако где-то есть. Ой, нормально. Идите в новую зонки. Безопасную зону. Я не знаю, что у меня есть на комплекте. А у меня везде призрак есть, да? Пехотную винтовку возьму. Найден пистолет. И вот эту хуету заберу. Возможно, здесь противник. И наверху хуй есть. Это все очень странно. Ладно, мы в призраках. Нахуя ты делаешь это? Ты чё, кабан, блядь? На, нахуй. Ха, тык-тык, блядь.
Не, братан, нас здесь зажмут. Зачем делать такие мувы, мне непонятно. По бережку плывем. Нам здесь ебало вскроют. Газ уже близко. У нас челик уже без брони. Там челики на позиции. Тихо, тихо, братан. Тихо, не шуми, кабан, блядь. Ваша команда вошла в безопасную зону. Не шуми, ёпта. Ага, хорошо, понял. Меня чекают. Оперун зашел. Ему ебало разбили. Победа зависит только от вас. Выполняйте задание. Там челики. И тут челики. Сейчас и басосины лететь будут. Осталось еще 10. Хуево это все. Соло. Брони нет? Есть. Одна плашка. Броня есть? Hello, motherfucker. Ну давай, Call of Duty, покажи мне, здесь кто дитя, трофей. Кто папана, кто дитя, покажи Call of Duty, а мы летим с тобою вместе, охуенно, тра-та-та, тра-да-дай-да-да-да-дан-дан. Сейчас полетим сюда, залутаемся, посмотрим, что у нас получится из этого, как говорится. Королевская битва, попытка номер 2. Вылетел хуй, у меня мышка залагала. Вот. Вот, вот какая у меня была ситуация в предыдущей катке, чтоб ты знал просто. Он вылетел, у меня мышка лагает. Я что, виноват, что у меня мышка залагала, как бы? Я же в этом не виновен. Зарядка кончилась на мышке. Вот. Ситуация такая. Бля, опять какая-то херня. Да что ж такое-то? Где лут нормальный? Где пушки? Надо комплекты норм собирать, на самом деле. Чтобы играть. Но я хотел на стандарте поиграть, понимаешь? Мне кайф почекать стандарт. Чё, вертолет красный горит? Вертолет кто-то сел и вылез из него. Здесь есть люди. Вижу движение. Здесь есть люди. А где наши? Ты чё, маленький? А где пацаны-то, блядь? Поделитесь средним калибром. Я угнал вертолет, братан! Облако газа движется. Давай, кабан. Сзади! Мама! На, нахуй! Добивай его, нахуй! Пизда, нахуй! Следуйте в безопасную зону. Я ору, блядь. Пошли, братан, не бойся, я с тобой. Пошли, придавил его к хуям, нахуй. Пошли, блядь, братан, давай, цепляйся. Тебе так нормально? Маленький. Давай. Нас там разъебывают, братан, нормально все. Если что, прыгаем, братан. Как я прыгну, прыгай. Нормально там, если чуешь, да, маленький, блядь. Ама. Блин, куда ты, нахуй, полетел-то? Ёб твою медь. Ладно, буду играть с напарником. Пизда, вертаку! Испугался, видишь, маленький? Бля, я так орирую, нахуй. Ну, прикольно. Как он резал моего челика, как я его успел прикрыть, господи, это топ. Это прям, бля, 1 000 000 лайков. Не, так-то угарно, мне нравится. Это что такое? Что здесь за говна кусок, а не пушки, я не понимаю. Еще гудит наверху, видимо, как будто на крыше очень много лута. Снайпа нужна какая-то для качественного разъеба, на самом деле. Сейчас сзади меня стрелять будут. Нужна снайпа для качественного разъеба, это однозначно, как бы. Но у меня новичок в команде. К сожалению. Скорее всего, мы соснем песца здесь. Потому что парень неиграбельный. Он очень медленно все делает.
там стреляют вдалеке где-то. Новичков на самом деле много в игре. Над нами их беспилотник. Вот там прострелочка идет. Двигайся за мной, братан. Если кого-то увидишь, не забывай метить, это главное. Мне главная метка нужна от него. Вот здесь есть люди. Противник начинает высадку. Иду сюда, здесь уже все разграблено. Это наш забежал? Здесь челики. Ой, пизда, блядь. Ой, пизда, блядь. Чё у меня за кусок говна, блядь? В ГУЛАГе. Чтобы вернуться в бой, ему надо выжить. Чё за кусок хуеты, блядь? Работает БПЛА противника. Это пиздец. Двери закрыл чел. Приближается. Безопасная зона перемещается. Побежали, побежали, челы. Они вызвали БПЛА. Распродажа открыта. Цены на станциях покупок снижен. Теперь все зависит от вас. Тихо нахуй. Это еще один. Мой вернулся, не? Мой из ГУЛАГа не вышел. Чебуречек, блядь. О, блядь. Дробовичок. Почему дым здесь? Опа, нихуя, это чё? А как он видит? В секторе работает ППЛА противника. Ты чё, нахуй, маленький? Ты чё, родной, блядь? А друг твой где? Ещё кто-то в гонке играет, едет. Бля, у меня челики вышли. Я опять остался один. Над нами их беспилотник. Бля, я хочу с командой. Ну и он нахуй. Ну чё, братишки, третья, как говорится. Третья охуевшая. Че, куда высаживаться поедем, блядь? Поедем, наверное, на магазин. Да, поехали на магазин, пацаны. Поехали, высадимся на магазин. Купим, если чё, каких-нибудь резиновых зин. Таранда... Ой-ой-ой. Понял, блядь. Летит маленький, блядь. Родненький мой. Все хотят в магазин. Основная задача — уничтожить все цели. Снайпа. Все хотят чего-то. Такая у них работа. У меня отвар зоны рвота. Но зато... Я люблю дать в рот им. Я люблю чё? Я люблю дать в рот им. Кому? Им. Это кустик. Где-то здесь есть люди. Возможно, в здании. Да, чел влетел тут. Комплекс расхуярен. Не, здесь все окна и так были расхуярены. Ага. Есть. Чё, молодой, встанешь? В кого он работал, по-нашему? Этот молодой не встанет. Ему уже пизда. Есть ли у него друг здесь? Будем держать это окно пока. Побежит ли кто его... Ваша команда. Ты чё, пизданутый нахуй? Ты как встаёшь-то, блядь? Над нами их беспилотник. Это мне наши дым дали? Охуеть. А
Они вызвали БПЛА. Что, еще есть? Откуда, бро? Да откуда, братан? Это же пиздец. Что за бегунок нахуй? Он друга не резнул? Сверху! Разъеб, 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 я разъеб наверху! Крыша, 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 крыша. Движение в этом районе. Поехали. Где-то здесь хуй куда-то ушел. Я не уверен, блядь. Пизданулся, мне не хватило урона. Чё-то ТК такой долгий. Там и еблетина была. В секторе работает БПЛА противника. Плашки я возьму. Ну, блядь, это стыдно? Стыдно за оружие мне, а не за меня. Я стрелял четко. Он был прям над нами, блядь. Блядь, сюда он как-то мог залезть? А наши что, не увидели, где он и что он? Он не резает там внизу челиков? Там разъебченко лежит. Бля, надо держать это здание, потому что хуй где-то здесь в районе. А, он не может резнуть же челиков, все верно. Он может их только выкупить в магазе, а магаз здесь. Над нами их беспилотник. То есть фактически чел ничего не может сделать уже. Бля, лучше взять здесь высоту на самом деле, занять временно. Потому что хуй его знает, кто сюда еще скользить будет. Еще вон те дома меня удручают. Чел, по-моему, выпрыгнул в ту сторону. Иду сюда. Точно? Ты в воду хочешь, брат? Ты видел кого-то в воде? Бля, ну метки, когда ребята ставят, конечно, это хуево. Вот когда с рандомчиками играешь, у тебя нет связи. По мне ведут. Понял. Вас уже близко. Отмечаю новую безопасную зону. Иду сюда. Понял тебя, блядь, брат. А это что за нахуй? Это сейчас откуда стреляло? Иду. Понял тебя, блядь. Иду сюда. Чел в здании сидит, нахуй. Нравится тебе, блядь, ползать? Резница он мне. Ног есть, но а хули толку? Внимание! Из тюрьмы совершен побег! Кого пиздят? Иду сюда! Эй, Августин, блядь! Ваш напарник... Нужна давай, блядь, помощь! Ему придется бороться за свое освобождение. Поехали. Ой, это пиздец эти рандомы. Внимание, ну не знаю, тюрьмы. Ребята. Ваш напарник получил право вернуться в бой. А тот чел, короче, не умер. А нет, умер наверху. Один пошел наш рашить, короче. Эти, получается, двое. Ребятюшек. Короче, того я наверху гнокнул. Этот, который был в углу там, он пошел наш рашить. Нас рашить, получается. Ну, то есть такой вот молодой человек. Боец он боец. Вот, ну с рандомами, конечно, ребята, блядь. Я не знаю. Ну, КБ мне это нравится, честно скажу. Признаюсь, что-то я даже возбудился и захотел поиграть. Поэтому, если ты, как бы, захочешь, чтобы я поснимал почаще, я даю себе 3 катки на съемке. Если с 3 каток нихуя не получается, видос не выйдет. Или если видос будет неинтересным, как говорится. Вот, моментами. Да, то есть, 3 катки там топ-1 не беру, все, нахуй, как бы. Не, не то, что обязательно нужно взять топ-1. Это мои первые 3 катки в королевской битве в Warzone. Вот. Имеется в виду, что 3 игры играю и все. И ну она нахуй. Вижу одного, вот тут. Вот собака. Нам нужно на комплекты работать, ребята.
Я сел на столб. Ты видел? Разъёбченко здесь может быть достаточно быстрый, а может быть и достаточно медленный. Ну, то есть все зависит от твоего настроя. Как бы. И настроя пушки. Я пушки не знаю особо, мы же в КБ с тобой, ой, в ДМЗ чисто играем. И я, так как отдыхаю от королевских битв, всех переиграл. Вот поэтому... Над нами их контр-беспилотник. Хуй его знает, братан. У меня ощущения такие. Эти сцикло у меня команды. Вот. У меня ощущения, в принципе, приятные. Опа. Я под обстрелом! Пошел нахуй! Вверх, 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 вверх. Крыша, 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 крыша. Тихо, 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 кабан. Давай, давай, давай. Жить будешь. Ну давай, быстрее. Ты гонишь? Ну, ты гонишь? Рандом! Вы от меня не отбили. Пизданутый! Обнаружена новая безопасная зона. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу, у меня все, у меня все. У меня жопин мой. У меня мой. У меня мой попец въебало просто влетел мне. У меня мой попец сгорел. О, тебя же просто нахуя ты не отошел? Там. Там. О, красава, молодец, разъебало. Красава, хороший парень, бля. Ты прикинь, там ему. А он стоит надо мной и резает меня. Да ушел бы нахуй! Он, вам нужно пиздануть его! О! ГУЛАГ же, первый раз ГУЛАГ, ребята, видим. Это, короче, ГУЛАГ в Warzone 2 такой, нихуя. А не, не первый, я его где-то видел. А, я видел его, наверное, где... или я его снимал уже. Пошел нахуй. Вот, и это, слышишь, у меня такие ощущения, как бы, блядь. Ну, стоит, ну, вы же, блядь, кабан, блядь. Вы же, звук, вы же, ты же слышишь, блядь. А там есть кто на комплекте на этом? Ага, челы. Кто-то из вашей команды все еще вне безопасной зоны. В секторе работает БПЛА противника. Я понял. Ну, это пизда нам. Снайпу-то я забрал. Над нами есть челики. У меня нету призрака. Это поражение. Как выйти из этой ситуации, я хуй его знает. ППХ неплохая, ее оставлю. Я предлагаю посидеть в здании пока. Ваш отряд уничтожен. Теперь все зависит от вас. Ну это пиздец. Ну что мне вот эти вот 5 фрагов, блядь? Это ненормально. Они еще наверху. Здание очень высокое. Над нами их беспилотник. Мы будем выбираться в самом конце. Если мы хотим с тобой какой-то топчик взять, занять позицию. Не, мы и так в топе, как бы 9 отрядов, топ-10, но... Поиграем до конца, но без комплекта я ничего не сделаю. У меня призрака нет, любое БПЛА. Любой просвет и пизда. Челики уже вышли. Ну, еще все меня покинули. А почему так быстро рандомы выходят? Слушай, объясни, это такая ситуация в игре? В принципе, так раньше тоже было. Противник высаживает десант. Ну, я же могу тебя выкупить еще. Вот, десант полетел. А сколько здесь этажей, слушай? Здесь, наверное, пиздец этажей. Этажей 100? Я не устану? А если я устану? Удар. О, здесь с крыши выкуривают челиков. Газ приближается. Безопасная зона перемещается. Близко уже. Да, ко мне идут. Толпой. Пиздаем. Или мне. Похуй! Сбежали вниз далеко. Лазер осталось не светит. 10. Не ослабляйте натиск. Побежали наверх снова. Вниз бегут. Не хватит патров. Или наверх побежали. Полетели с парашютов. Убежали нахуй. Осторожно, газ приближается. А вот и мой комплект, нахуй. Думали, пизда мне, а нихуя, я жив! Это пизда, а не вон они.
Я добегу? Нет! Я добежал. Не нравится мне ваша королевская битва. Меня прям в три ствола. Ну его нахуй, блядь. Все, три катки сыграл. Я думал, я за три катки возьму топ-1. Я не взял, блядь. Все, нахуй. Все, блядь. Все, стал старый, можно сказать. Стал старый, блядь, я. Все, нахуй. Прям в три. Понимаешь, вот что было. Это пиздец, нахуя я? А я не мог, они, короче, смотри, какая ситуация. Они и ту сторону смотрели, и эту сторону смотрели. И фактически, меня... Ну, блядь, в три ствола меня еще так не... Это пиздец. Короче, мне понравилось. Если хочешь, чтобы я топ-1 взял, значит, я еще дам себе три попытки, значит, и ебануть я топ-1. Как бы это была моя пробочная, как говорится. Мне понравилось, если честно. Я даже подсоскучился немножко, прям аж ух, у меня аж прям...